Протесты в Ереване после подписания заявления по Карабаху. Члены международного крыла АРФ Дашнак-Цютюн утверждают, что борьба продолжается, так как премьерство Никола Пашиняна ставит страну под угрозу. Активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, завершили акцию с блокированием улиц, но обещали собраться завтра. Об этом в беседе с журналистами сказала член Центрального управления молодежного союза АРФ Дашнак-Цютюн, АРФД, Кристине Вартанян. «Сегодняшнюю акцию считаем завершенной. Следующее будет завтра. О дальнейших действиях сообщим уже на нашей странице», — сказала Вартанян. По ее словам, молодежный союз АРФД начал борьбу против действующих властей Армении, в частности, премьер-министра Никола Пашиняна. Она отметила, что в ходе сегодняшней акции были перекрыты десятки улиц. В итоге десятки активистов были доставлены в отделение полиции. Отметим, одновременно акции проходили на улицах Туманяна, возле крытого рынка на проспекте Маштоца, где активисты вынесли на улицу тележки с овощами и подожгли фаеры. Периодически противники и сторонники Пашиняна вступали в словесную перепалку. Напомним, оппозиционное движение из 16 партий требует немедленного ухода премьер-министра Никола Пашиняна. Еще несколько оппозиционных партий, в том числе представленная в парламенте «Просвещенная Армения», требуют ухода Пашиняна, но к движению не присоединяются. Кроме того, представители интеллигенции провели несколько аполитичных шествий к посольству России с призывом оказать содействие в обмене пленных между Арменией и Азербайджаном.